Мы только в начале пути, и здесь есть очень большие перспективы. В том числе, вполне допускаю, что будет некая интеграция медиаторов в рамках Евразийского экономического союза и возможность оказания медиативных услуг не только на территории своего государства. Но надо, конечно, чтобы этот институт получил развитие непосредственно в странах пребывания, а в дальнейшем вести речь о распространении опыта и практики его применения и за территорией своей страны.